О, амигос, всем хорошего настроения и приятного просмотра. Продолжаем мы Resident Evil 5. Чатик работает вроде как, так что, кто хочет пообщаться, пишите. Мы, как всегда, сейчас проверим звук. Ну и погнали. Так, запускаем игру. Так, свой голос я слышу, это уже хорошо. Так, в игре звук есть, все есть. Так, на чем мы там остановились? Покупать. Что-то будем покупать. У нас снаряжение и так полно. Единственное, что может какое-то оружие помощнее, оно как-то определяется. Да, определяется. Его просто можно улучшать. Кстати, улучшать оружие. Может, нам надо что-то улучшить? Просто, а не покупать новое. Мощность. Так. Сейчас разберемся, подождите. Защитный жилет. В принципе, просто, наверное, улучшать оружие надо и все. Улучшить в это. Что у нас по деньгам? Мощность, перезарядка, емкость. Бронебойность. А что, у нас кто-то бронированный будет? Или что? Неизвестно просто, сколько на что патронов будет. Магнум, конечно, улучшать это да. Но то, что мы повседневно используем. Что-то на автомат даже почти ничего не это. Не улучшается. Что там вообще? Зато емкость можно улучшить. Тут тоже не особо. Само нормально на магнуме как раз улучшается, только патронов на него не факт, что будет. Ну, скорость перезарядки можно нормально вроде как. Единственное, да, если емкость улучшить хорошо, так можно сэкономить место. Все же патроны внутри будут. А вот пистолет самое чаще то, что используется. Тоже, кстати, почти не улучшается.
Критическое попадание. 3000. Мощность почти ничего не дает. Емкость единственная, самое нормальное, что надо везде, наверное, улучшить. Так и будет экономия места. Патроны все будут в оружии. Хотя сейчас нехватка и так патронов. Максимальный магазин 10 15. Продать все. Кстати, при улучшении патрон добавляется, да? Нет, не добавляется. Галёные, значит. Так, ладно. А, это если магазин улучшать. Реально добавляются патроны. Ладно, будем улучшать постепенно тогда. Готово, погнали. То так можно засесть надолго. Опять болота, да? Мое любимое место. Так, надо было магазин по чуть-чуть улучшать. Так, типа батарейки. Патрон добавляется. То с патронами явно тут что-то проблема. И не продаются, что самое интересное. Ну, чё? Забирай. Подождать, пока прибегут. Идите сюда. Thank you.
Что взрывается? Я понимаю, что взрывается, но не вижу где. Опять. Вон он. Или нет? Или это не он? Патроны. Как всегда, уже закончились. Пошли проверим эти сундуки, пока мы еще не ушли. А, все, их нет уже. Вот и тетю патроном, да? Если они были, конечно. Пошли ящик проверим сначала. И музыка, в принципе, закончилась. Ящик, сундук какой-то, че как он там. О, патрончики. Давай, разбивай, смотри, что там. Деньги. Что у тебя там по патронам? Чуть-чуть есть, да? Да. Сложность заключается только в патронах. Так бы налево-направо всех мочил бы и все. Ну, допустим, закрыли. Ага, вот тут закрыли, да? Тут опять бахает. Где бахает? На помощь! Спасибо, партнер. Да переключайся, аж нажал. Так, деньги — это хорошо, конечно. Но лучше бы, конечно, патроны. Ей тоже надо. Прыжок, это он дракон, да? Ой, дракон. И дракон тоже. Крокодил. Шева. Окей, ты на плот, а я к рычагу. Она к рычагу? Ну ладно. А там крокодил. В смысле, а как на плот попасть? Перепрыгнуть, да? Так, это с другой стороны открывается. Единственный вопрос к патронам, которых нету, как всегда. Да, сейчас, наверное, крокодил нападет. Ну хоть контрольная точка. Это я самоосторожность. Вообще крокодил хавань от меня. Не успел нажать. Я так и знал. Не, ну я не знал, что надо уворачиваться. Ну это хоть контрольная точка. Ты на плот, а я к рычагу. Я справлюсь. Ты там поосторожнее. Так, все понял. Клик тайм, да?
Ну, когда знаешь, что кликтайм, совершенно другой разговор. Так, идем в пещерку. А патронов? Тю-тю. Игра издевается. Не знаю, в принципе, не сказал бы, что сильно плохая. Шестую, конечно, еще не играл. По крайней мере, не подвисает, как четвертая часть. Точнее, она слоумо вечно делала какой-то. Так, контрольная точка. Это хорошо. Давайте хоть граната, что ли. Есть граната? Есть огненная. Дай гранату. Яйцо сожрать. Место только занимает. Так. Магнум. На дробовик. Нее есть СВД. Угу. Ты что такое? Понятненько, дальше. Так, в кустах ничего не бывает. Монстр. Они же нас финансируют. Какого черта они тут забыли? Сейчас узнаешь. Слепственный экскремент. Газ. Я знал. Еще в первой части узнал, да, как говорится? Опять змея, что я услышал, ну ладно. Вот и подсказка, да? Только неохота читать ее. Патроны, 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 патроны. Есть. Так, читать нафиг. Пойду в Dark Souls и не читал описание, потому что думал, что фигня какая-то. Лечилка? Так, ну тут вряд ли что-то будет. Газ, можно прикрутить его? Нельзя? Жучок. Паучок. Открываешь, нет? Нет места, подождите. Дай гранату. Держи. Спасибо, партнер. Знаете, что надо сделать? Жизнь отдать ей. Спасибо, партнер. Яйцо. Ладно, хай будет тоже у нее пока месть. Вот так и экипировка у нас и получается. Очень неудобная. Перелаживаем с места на место. Я понимаю, что прикол то, что ограниченное. Похоже, мы добрались до буровой. Да, и на этот раз Ирвин от нас не уйдет. Сбрасывать вещи нельзя, как в первой части и нулевой.
Смотри, это Ирвин. Так, сохранено. Же надо, можно спрыгивать. Так, подкрепимся. Так, у нее патроны закончились, да? Надо и патрончиков. Где-то раздобыть. Блин, такое ощущение, как будто я ее играл, но я ее не играл, да? Тут газ. Чего в огонь полезла? Да. Патроны, ей надо патроны. Бегим, 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 бегим. Пока они не исчезли. Да, без патронов, конечно, весело. Кашки всех, кто присоединяется. А, по очереди, туда-сюда.
Так. Что там, кто там? Рычаг? Ага, чтобы дальше газ отключить, да? Подожди, но перед тем, как отключить, надо еще сюда зайти. Типа последовательно. А, или нельзя сюда зайти? С другой стороны. А, ладно, потом разберемся. Давай все повключаем, потом будем смотреть. Типа выключаем. Вот с бензопилой. Где там? Сколько на него патронов надо? Нифига себе. Что-то многовато на него. Так. Вообще можно все на партнера переложить, да? Не все потухло. Еще что-то где-то. А, ну то там. Так там написано не открыть. А, значит где-то должен вон еще этот быть. Съезд. Остается только понять, как туда попасть. Сюда, да? Сюда мы еще не ходили. Вроде как. Так, у нее... Себе взять, да? 5 патронов. Мало. Ага, точно. Вот и съезд последний. Лучше патроны. Опять. Еще один. Я на него весь магнум потратил. Не, ну это что-то не то. А где у нас контрольная точка? Не говорите, что с самого начала. Реально с самого начала? Что, серьезно? Чем больше стало, чем фихово. Патронов нема ни на чем. Откуда вы все? Ничего не понимаю.
И у нее патронов нету. В смысле, блин? В смысле? Откуда их так много? Что-то их многовато, не пойму. Отлично. Да, что-то отлично, не отлично. Патрон надо все пособирать. Вот это немножко сэкономить патроны называется, и проиграл. Все из-за патронов, блин. И так, по-моему, больше потратил все равно в итоге. Hola amigos, ¿cómo estás? Сейчас, секундочку, отвечу. Так. Вернуть назад чат. Так. Сейчас мы крутим, и к нам прилетает этот. Ну давай, что ты не прилетаешь? Скрипт же ж как-то... Эликтер 2 и в другом месте.
Может, они заменились на других? Потому что мобов вроде больше было. Да не, ну скрипт-то должен был сработать. Чё-то странно, короче, получается. Прикол то, что по патронам у нас не то, не сё. Так бы я не проиграл бы. Давай, сейчас не могу. Что такое? Чем ты занята? Надо текать. С таким оружием надо только сдалека отстреливать. Не знаю, хук помогает, нет? Блин. И зарезает с одного раза, блин. Ну это, блин, издевательство. Есть два варианта. Или не экономить все-таки. И опять 25. Вся проблема в патронах. Кто там подорвал? Покажите мне этого кто. Блин, даже стрелять нечем, как сюда. Ладно, партнер, подбирай. Да. Проблемка такая у нас. Так кого ты стреляешь? А, в того? Давай ближе подойдем, так хоть патроны подберем, наверное. С него или не подберем. А то сдалека отстрелить, это, конечно, хорошо. Блин, он спрыгнул. Все? Я прикрою. Второй раз так не повезет, да? Патроны исчезли. Или что там с него было? Они остались. Окей. Ладно, хоть жизнь выпала, хоть что-то. Так, что у тебя там? Ладно, бери ты.
Ну это раз хоть патроны как-то подобрал. Это вообще печаль по патронам. Прикол медленно перезарядки. Если промазал в бошку, он не отодвинулся и все. Так мы реально можем долго. Ой, она в этот раз открывает. Серьезно. Еще один? Перекрываешь вниз. Живучий, блин. Да в смысле, блин? Да в смысле, блин? Помирать собирается, нет? Да ладно. Все патроны на него потратили. Жесть! Серьезно? Тупо ничего вообще не осталось. Капец. Это прикол какой-то, да? Дай гранату. Бери. Да. И что, теперь с магнума отстреливать? Ну это жесть.
Это все, конечно, хорошо, ничего, что патронов вообще нету. Да. Вот тебе и вот. Патроны — это издевательство какое-то в этой игре. Я бы мог бы предположить, что его только с магнумом можно стрелять. Ну так раньше я его как-то замочил. Зачни только. Джош? Шева? Ты жив? Ты в порядке? Что... Как ты тут оказался? Мы были в порту, на нас напали. А потом... Вот я оказался здесь. А где моя группа? Черт! Нас теперь только трое. Почему вы не ушли? Мы же с ними не справимся. У меня осталось одно дело. На диске с данными об испытаниях биооружия был один файл. С фотографией подруги Криса. Подруги? Я не уйду, пока не найду Ирвина и не выясню, что тут творится. Ладно, потом поболтаем. Да, было патроны. Патронов бы. Живо!
Кое-как, короче, нырнули. Контрольная точка, это хорошо. Веселей, говорит. Походу, здесь никогда. Вниз сюда, что ли? Да, спасибо. Ух ты, живой! Подставляйся. Наверху должен быть выход. Пошли. Единственное хорошо, что подлечивает. Нет места. Подбери. Окей. Проклятие. Тут что, все закрыто? Да патронов нету. Еще и с бензопилой. А плюнуть то плюнуть. Плюнуть не проблема. А вот патроны проблема. Хоть патроны прихватил. Вы в порядке? Да, вроде бы. Я в норме. Похоже, Ирвин решил взорвать тут все к чертям и смыться. Мы должны остановить его, пока не поздно. Я поищу, как нам выбраться отсюда. Отлично. А мы за Ирвином. Хорошо, окей. Так, там впереди доки. Скорее всего, туда он и направился. Все поняла. Джош, будь осторожен. Пойдем быстрее. Окей. Да. Ты в порядке? В порядке. Нам бы с патронами бы разобраться. Так, жизнь у тебя есть. Патрон я взял. Ага, патрон придется тебе отдать. Спасибо. Потому что у тебя вообще патронов нету. Жесть, короче, какая-то. С патронами. Есть мина, есть граната, да? Да, вообще не густо. Да, в этой части с головками у нас, походу, не очень. И с патронами тоже.
Бери ты, и ладно. И все-таки одну я возьму. Хотя тоже там не особо густо у тебя. 5 патронов, конечно. Ну да. Дела такие. Или я просто головки не нахожу. Сохранение. Это катер Ирвина. Вперед! Подожди. Блин. Давай! Никак нет. В смысле, не хочешь? Ну как хочешь. Ладно, будь 10 у меня. Никак нет. Че локации такие очень знакомые какие-то? Что-то непонятно. Так, ну катер нам вниз, да, получается, и туда. Но мы должны здесь проверить. Потому что без патронов тут вообще. Подбери. Окей. Вон он. Постой, это же... Время? Ты меня слышишь? Я нашел лодку. Я на другом конце дока. Бегом сюда. Да, на время. Замечательно. Тут что-то вообще есть сзади? Типа по приколу, не? Ничего? Ящик какой-то. Можно просто пробежать их? Зачем-то с ними бороться так-то. Сюда. Ножом надо 150 раз ударить. Граната. Сейчас. Там и сама быстрота. Еще не успел, да? Ё-моё. Так, хотел быстро все подобрать. Что ничего нигде не успел, да? Шеба, ты меня слышишь? Я нашел лодку. Да ладно, все слышу.
тут патроны были. А сейчас бац и нету, да? Что не попадаю, блин. Какую лодку? А, пофиг. Быстро! Времени нет! Ты в порядке? Если б не патрон, мы так не заморачивались бы. Ну, типа того, короче. На секундочку. Так, ну и типа с вами. Единственная проблема, патроны не продаются. Так, отдать ей на пистолет. И забрать на винтовку. Что там с Ирвином? А, ладно. Далеко он не уйдет. Джош. Спасибо. Сантиметр, патрон. У нас гости. Я иду за ним. Мы тебя прикроем. Без патронов. Чем мы прикрываем вас? Серьезно, они так придумали? Серьезно, они так придумали, где нет взять патронов? Черт, ворота закрыты. Какая похожая ситуация. Я тебя не заметил даже. Ты где, летающий?
на это вообще все патроны ушли. Давай обмениваться. На тебе патроны. Спасибо, партнер. Ой, ты на винтовку потратил, я понял. У тебя же тоже винтовка, ё-моё. Пожалуйста, партнер. С патронами тут вообще печаль печальная. Тогда я эти подберу. Так, пока анимация какая-нибудь не пошла. Попробуем открыть. Ну, все так легко, наверное, не будет. Как хотелось бы. Ой, у меня что-то с жизнями. На нас нечем лечиться. Замечательно. Сейчас что-то бомбанет. Где он стреляет? Где-то. Но, оказывается, совершенно не может жизнить. Так, а что такое? А, есть жизнь. Спасибо, партнер. О, очень мало. Нужны патроны. Пиши. Да, дальше опять 150 таких, да? Контрольная точка. Взорвать, где взорвать? Еще одни ворота. Так, вы знаете, что делать? Очень. Не густо. Бери, бери, бери. Тут у тебя вообще с патронами что-то тут. Так, давай обмен патронами. Начинается пулемет. Да, блин, я не успел. За плитой. Так, подожди, давай обмен. Очень плохо по жизням теперь. Отдать ей на винтовку, ну это тоже не дело.
Отлично, попадает. Хоть у этих нет таких мыслей, пойду за пулемет стану. Пулемета хоть никого? Где? Блин, пока поцелится. Да ё-моё. Почти самоосторожно. Да, блин. С такого оружия вблизи не выстрелить. Ну, блин, и вот и все. И кокнули меня. То патронов нема, то ничего нема, блин. Чисто из-за этого мы и проигрываем, потому что, ну, блин. Отлично, поехали. Еще одни ворота. Так, вы знаете, что делать? Дух в этот раз пулеметов, да? Да ладно, ты снесла? Где он там? Да ё-моё.
Да не очень, что там, и в порядке. Нифига себе, она от снайперской сносит. Где кто еще остался? Нужны патроны. Ну а тебе раз ты такой снайпер. Спасибо. Оказывается. Нет, а ты просто неэкономная чуиха. Так, что у нас? Зачем тут спрыг? Тут явно что-то не по теме, или? Или по теме? Я ее сейчас экипирую, а сам, блин, без патронов останусь. Дробовик, наконец-то. Чем бы место бы нам. Было бы вообще супер. Так, ну давай как-то экипируемся. Дать тебе это. Спасибо. Дать мне вот это. Нужны патроны. Держи. Все, конечно, хорошо. Места вообще нету. Окей. Ну хоть на дробовик патроны насобираю. Подожди тогда. Если такое дело, надо еще глянуть, что здесь. Пулеметы. Сокровище само себя не найдет, да? И жаль, только с пулеметов некуда пострелять. Если только изначально сюда прибежать, потом с пулеметом ее отстреливаться. Не знаю зачем, но просто.
Окей. Ты в порядке? Не очень. Так, ну что там? Держи, а я возьму другой рычаг. Ты здесь, я к тебе хотел. Оттуда, да? Попасть. И то, что мы насобирали патроны, сейчас все пропукаем, да? Не, ну хоть нормально сейчас. Даже на автобат собрали. Отлично. А теперь за Ирвина. Логично, что-то делать надо. Надо взять катер на абордаж. Держитесь! Поехали! Что ты намерен с ними делать? Ты просто пешка Excel-ы! Это твой хозяин должен... Еще раз спрашиваю, что ты намерен с ними делать? Ох, ну ладно, я ими займусь! Используй это. Это? Да что же вы двое никак не сдохнете? Я из-за вас теряю лицо! Кто, по-вашему, организовал всю эту операцию? Такие исследования требуют уйму денег, между прочим. А на меня все плюют! Но мы это изменим! Не делай этого! Что-то с пулеметами отстреливать. Что-то очень знакомо. Мне ж не могу это все присниться. Я стал тем, что вы в самых смелых мечтах не вообразите. С пулеметов отстреливать. Что-то это знакомо. Понятно. Лиз, доложи ситуацию, что это еще за тварь? Драпай оттуда, Джош, это слишком опасно.
Попробуем ее остановить. Понял. Но только будьте осторожны. Да, блин. Не, не на то, не на... Подожди. На F и на что-то еще. Нечто, претерпевшее столь быструю трансформацию, должно иметь слабые места. Да вижу эти слабые места, что-то с этой ракеты фигово улетит в эти слабые места. ФВ. Чё так неудобно, ФВ, блин? Да ну как, блин? Придумали ФВ, блин. Другие. Серьезно, да? Еще и разные, блин. Теперь я просто знаю. Блин. Не успел. Мало знать, какая кнопка, еще надо уметь увернуться. Лечиться нам нечем. Просто красота. Не успел, да? Ты в порядке?
Хоть и держу там, где надо, палец. Блин. Теперь так. Каюшки, как дела, как настроение? Выигрываешь? Какая глава? Третья еще? Выигрываю потихоньку. Очень неудобно немного с кликтаймом, особенно когда FW надо было нажимать. Скажи мне, что ты намерен делать? Жертва Эксела! Настоящего я, значит, не достоин! Эксела? Где этот центр? Отвечай! Как у тебя дела, как настроение? Вы считаете себя пупом земли, да? Равновесие мире смещается, и вынесло мне духом! Что смещается? Что ты имеешь в виду? Это проект Ураборос, верно? Слишком поздно его мне остановить! Ураборос изменит весь мир! Крис! Крис? Это ты, Крис? Что смешного? Откуда ты обо мне знаешь? Все ответы ждут тебя впереди, Крис. В пещере. Если ты, конечно, до них доживешь. Умирать не так уж верно, но все равно без толку. Ты проиграл. Мы теряем время. Ну и же там не 100 уровней. Не могу сказать, медленно или нет. И что теперь? Идем дальше. Проскочить можно было быстрее, но патроны. Патронов вообще нигде нету. Ходишь, блин, по всем краям, тыкаешься, мыкаешься. Да, 3-3. Всего 80, да? Если с патронами было бы достаток, можно было просто пробегать. А патроны тут очень роскошь.
Да ну, что-то много для этой игры, 26 даже. Сейчас скажу, в четвертой, по-моему, около 8 было. Если я не путаю. Вот о какой пещере он говорил. Та что-то много. Это я же 26 глав. Сбежала та женщина. В Википедии было написано 10 часов, как это 26. Что-то явно ты много говоришь. Значит, вы двое всерьез настроены идти до конца? Да. Дело не только в Джилл, но и в проекте Ура-Борос. Отговорить мне вас не удастся, я понял. Я свяжусь со штабом и попробую добиться отмены приказа об отходе. И выбить для вас подкрепление. Главное, оставайтесь в живых. Слушайте, у меня вообще жизни нету. А на чем я живу? У нас тут тоже с жизнями ничего нету, да? Папа. Ирвин назвал имя Эксела. Ты знаешь, кто это? Так зовут директора африканского отделения Трисел. Ты думаешь, она как-то связана с Ирвин? Возможно, но у меня нет доказательств. Трисел, если связь и правда есть, что это значит для Африки? Не знаю, но если мы пойдем дальше, обязательно выясним. Верно, пойдем. Подбери! Ясно. Не подставляйся. Не подставляйся, конечно, хорошо. Сюжетно тоже выглядит, как будто... Как будто где-то середина. В смысле, она потратила на этот? Ну только что мы дрались с этим. Вместо того, чтобы становиться на пулемет, она, блин, тратила патроны. И вообще у нее что-то есть. Что это? На магнум. Зачем ей на магнум, кстати? Я могу, кстати, на пистолет ей дать. За мной должок. Она лучше на магнум, хей. В смысле, а что он на магнум не отдает? А, она мне на дробаш дала, нафига-то. Зачем она мне дала на дробаш? Ладно, фиг с тобой. Хай на магнум полежат у меня тогда. У нее было, я и на винтовку отдал, кстати, все патроны, что были у меня. Тем более, кстати, я и винтовку вообще дал. А не чисто пистолет. А сам вообще с автоматом бегаю, который по урону вообще, ну, фиговый так-то. Ну, зато патроны хоть. Ну, он на пистолет, сейчас я ей отдам. А, кстати, ей же тоже можно улучшать, по-моему, оружие, да? Если так подумать. Так может ей улучшить и тоже, чтобы у нее патронов больше было? Один патрон, 31 уже патрон, а ты гаш обкрадает. Все честно у нас. Он на винтовку, кстати. Бери. Ясно.
Да нет, она достаточно хорошо подбирает сама патроны. Я же сказал, она только что просто на боссе потратила. Она иногда даже отбирает патроны, даже если у меня пусто. Так что... Просто я говорю, автомат и дробаш у меня. Пистолет мы напополам делим. Вот, кстати, гребет на пистолет. Так что почти все честно. На винтовку фактически были у меня сначала. Потом я ей дал винтовку и дал патроны. Я же говорю, вот то, что умственные способности тут есть. Босса мочила, блин, с автомата или с чего там она. Ну, с этого. Вместо того, чтобы встать за пулемет. Я ее, конечно, приказывал встать, но... Не особо это получалось. И потратил патроны, блин, просто так. Вот и казалось, что много вроде патронов. И выстрелил, блин, на пауков. Я и не знала, что здесь есть такое место. Похоже, тут недавно кто-то был. Надеюсь, Ирвин говорил правду, когда сказал, что здесь мы найдем ответы. Если здесь они найдут ответы, то как бы уже логически к концу игры идет. Ты что, не знаю, откуда тут 29 глав? Так, на пистолет. Что у меня на пистолете? У нее уже 29. Возьму я себе, наверное. Пригодится. А вот на автомат у меня уже места нету. Где ты там? Возьми на автомат. Потом подкинешь мне. Подбери. Окей. Хайпа у тебя побудут. Еще и дробовик место все занимает. Если бы изначально было больше патронов, можно было бы оружие разделить напополам. Да и все, и не париться. Да и место в инвентаре освободилось бы. Тебе помочь? Чтоб я чисто с дробашом, например, ходил, а она чисто с пистолетом. А потом чисто надеяться на то, что... Она всех отстреляет, а я буду просто за ней бегать, если патронов у меня не будет. Короче, такие вот дела. Ты просто паук, ничего с ним. Ты просто паук. Контрольная точка. Со всеми играми или чисто из резидентов? Это немного разные вещи будут. Так, ну раз она там, а значит придется самому подбирать. Я прикрою. Да, блин, отцепись от меня.
Так патроны все и тратятся. Моментально причем. Травинка, так, что ты спрашиваешь так? Не, ну если со всех игр, конечно, будет оценка больше. Нормальная, обычная, типа, PlayStation-ская игра. Очень было подобно, наверное, на джойстике играть, просто я не умею. Так что, в принципе, наверное, если по PlayStation-скиным... не знаю, опять же, если сюжет оценивать или просто геймплей. Геймплей, я же говорю, обычная такая PlayStation-ская. Если, короче, геймплей, наверное, 8 будет. Если сюжетно... пониже будет 6, наверное, потому что, блин, очень повторяются почему-то локации. Я же говорю, я не могу понять, с какой частью. С четвертой или с Zero. Если бы я их подряд бы сразу играл бы, я бы точно сказал. Очень локации, блин, напоминает. Уже как будто с этими даже монстрами дрался. Вот, например, на корабле вот это. Опять же, теперь если с резидентами сравнивать. Опять же, если с резидентом сравнивать, уже и геймплейно будет похуже, потому что все-таки как Zero. Хотя, опять же, Zero так-то и вышел позже. Так, патроны бросать нельзя. А что мы можем с этим сделать? Ничего мы не можем с этим сделать. Можно только вылечиться. И забрать патрон. Так, если с такими же резидентами сравнивать, наверное, все-таки геймплейно будет... Шесть, сюжетно 5. Еще хуже будет, потому что я же говорю, опять же, очень что-то напоминает. Почему-то. Так, может, на дробаш надо? Где он такой у меня? Подожди. Я пока найду, где дробаш, блин. Она всех перестреляет и так, да? Да, очень удобно. На винтовку места нету. Капец удобно, капец. На третьем месте, да, был? О, тогда подберите. Подбери ты. Давай, бери. Подбери. Окей. Почему-то очень схожие локации, я не пойму. Бери. Ясно. На какую-то часть. Или у меня уже такой, знаешь, идея, что может Zero собрали со всех частей. Не знаю, что-то, блин, такое. Может быть, там, типа, самое лучшее выбрали. Поэтому, если со всеми играми, ну, такая стандартная, не вижу ничего тут в ней. Ни классного, ни плохого. Я же говорю, стандартная PlayStation-ская. Те, кто любит на геймпаде играть, им, наверное, вообще удобные такие. Они вообще, наверное, к таким привыкли, так что... Сюжетно, да, я же говорю, странновато, конечно. Ясно. Те чем-то были получше, потому что, во-первых, там головоломки были, это раз. Тут что-то не особо. Да, неудобно было бы в какой там части. У меня патроны закончились, чешу. Что он с винтовки стреляет? Надо ей с пистолета отдать.
Иди сюда. Снайте пистолет. Нужна помощь. Ты занят, блин. Пока, блин. Решил, блин, патроны, блин, тебе подать. Ух ты, откуда он взялся сзади? Там же никого не было. Да что за нафиг? Ты, блин, все патроны выстрелила. Я, конечно, все понимаю. Так. Шесть видов врагов, не считая DLC-шных, ага. Тут что-то странное. Что там за фигня открылась? Так что если управление еще считать, корявенькое. Так что я говорил, в какой-то части нельзя было выбрасывать оружие. Тут, кстати, по-моему, тоже. Первого в нулевой, по-моему, можно было выбросить, потом подобрать, и это было очень удобно. Вот где еще прикол. Почему я же говорю, если полностью смотреть сюжетные геймплейны. Сюжетно такое что-то. Возможно, потому что она уже повторяет саму себя. Во-вторых, я же говорю, я не пойму, почему локации очень мне напоминают уже, как будто я здесь уже везде был. Так, подбирай. Все, что криво лежит. Да, и головок нету. Что-то тут такое. Просто поверни рычаг и все такое. Поэтому, ну, такое себе. Я больше люблю что-то разгадывать. Хотя, если я говорю, во второй части, по-моему. Ну да, вторая часть, по-моему. Про шахматы это было что-то с чем-то. Там просто такая подсказка, чтобы только запутало больше. Не люблю такие подсказки, которые не помогают, а наоборот путают. Так, и что это за фигня, и что с этим делать? Чё? Это ещё такое? Лучше держаться от них подальше. Спасибо, капитан Очевидность. Вот почему так тут много всего. Закрывается, а как мне бежать-то, типа? Чё за нафиг? Да он сильно и быстро не бегает, я бы сказал бы. Ну нафиг, короче, лучше пробегать. Так. Кто бы поверил, что ты так быстро бегаешь? С кем я сажаюсь? С шариками. А что, она не дошла? А, дошла, а что за прикол? В смысле, блин? Теперь можно пойти и собрать все? Подбери. Окей. Что? Что за нафиг? Объясните мне. Окей. Хай, ладно, патрон на пистолет собирает. Так уж и быть, 44 патрона, я не жадный.
А то обкрадаю, говорите вы тут. А тут все на пистолет. Блин, надо себе, наверное, взять. Странные, странные, конечно, дела. Шариками, блин, сражайся. Какими-то. Горящими. Там, кстати, что-то интересное наверху есть. Только фиг я туда попаду, да? Там интересно, там можно в шкафы что-то подбегать в предыдущих частях. Приветик, Рома, привет. Так. Что это за челики? Какая игра? Там вообще за Resident говорим. Да, головки классные. Я же тебе зашагаю, тут головок вообще нету. Ну, блин, что-то крутнуть, что-то это, блин. Я же говорю, если я не путаю, про шахматы было во второй части. Я просто все время их вспоминаю, потому что это подсказка дебильная. Которую они там написали в этой записке. Больше, блин, запутало. Волшебные шарики, да. Так все, и дверь не закрывается. Что-то фигня какая-то непонятна. Так, контрольная точка. На этот ковер нельзя становиться, да? Чей это не ковер? И он встал. Какого фига? Я знал, что нельзя становиться. Бежать на F. В смысле, я нажимал на F? Какого фига? Это что за прикол был? Быстрее надо нажимать? И так вроде быстро. Сейчас я возьму другую руку. Правую. Может, правая у меня быстрее. А, на В прыжок. Я первый раз пропустил или первый раз не показали? Может, не показали, в какой-то части было настолько глюкнуто, что они неправильно показывали эти. О, опять бежать. Короче, одно и то же. Бег-прыжок, бег-прыжок. Сейчас такой бац, другая кнопка, да? А нет, та же самая. Не, вот, 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 успел, не успел? В смысле, блин, не успел? Они что, издеваются? Я уже миллион раз нажал. Да. Ладно, прикол какой-то. Ну да, в такие вещи точно на геймпаде удобней. Я тоже говорю, аж правую руку положил с мышки на это. Чтобы быстрее нажимать. Да в смысле, опять не засчиталось? Да ты что, прикалываешься? Че за нафиг? Это прикол. Странно, странно, очень странно. Типа, с какой скоростью нужно нажатие быть? Чтоб оно засчиталось. Блин, вот тут я продевал, потому что я думал, сейчас будет этот. Другой. Чтобы успеть там, я продевал в другом месте. Три раза, да, по-моему, прыгает? Надо просто не завтыкать. Так. Три раза, да? Один. Два. Это третья, да? Только скажите мне, что я опять не успел. Крис! Все. Серьезно, я даже не знаю, это такая скорость должна была быть. Реакция.
Да. Колонны тоже волшебные. Ага. Так ну реально уже две руки поставил, блин. И все равно, ну, типа, не успеваю. Как так это, блин? Поэтому что я говорю, заранее поставил и из-за этого провтыкал. Потому что надо было 3 раза прыгнуть, а я только 2. Фальстарт, блин. Это типа намеки на головку? Ну типа такие, не особо. Типа потяни, что-то там дерни, лянь. Сейчас стена откроется. В тех частях по замку ходил так, типа, ну блин. Тут тоже какие-то руины, можно было что-то придумать. А может, людям не нравятся головоломки, поэтому они убрали. Может. Хотя, по-моему, в этом был прикол. Не часто игры с головоломками бывают. С зомбями и головоломками одновременно. Так, блин, реально все локации очень похожие. Единственное, только начало отличалось. Только я не пойму, на какую часть. Как будто я уже здесь был. Ладно, если бы это один раз отсылка была, но чем дальше, тем больше повторяется, по-моему. Куда тут идти? Хоть бери, блин, заходи в свои стримы и смотри, с какой игрой сходится, с какой частью. Так, еще говорите, что мне что-то со статуями, да, надо? Повернуть их там или еще что-нибудь. И каждый раз, когда что-то с ними буду делать, да, что-то будет происходить. Типа, ну, блин, нападать мобы какие-нибудь. Или это сборная всех частей? Потому что, по-моему, про статую это в первой было. Что-то я чего-то не понимаю, да? Гранатомет. Все, конечно, хорошо, но места нету. А что, у тебя тоже нету? У тебя тоже нету. Так подлечись. Если автомат заряжу, тоже не освободится место. Ага, Dying Light. Подустарело. Кстати, за вот это, что ты мне писал, да, за польскую игру. Кстати, она же в голосовании была. Помнишь, мы говорили, ты говоришь, поляки выпустили. Да, 5 патронов осталось. Ни туда, ни сюда. Эх, ни туда, ни сюда. За мной, должок. Дай траву. Бери. Спасибо. Чё, взять себе? Тогда.
Ну, давай подойдем к первому. Да, что-то дернуть. Окей, иди к другой. Офигеть. И как в другую попасть? А вот и начались головоломки наконец-то. Мы накаркали. Чё-то я помню эти. Что за нафиг? Почему оно все так знакомо? И очень надо понимать, где что открылось, а я вообще ничего не понимаю. Типа, блин. Надо вернуться, типа, в изначальную точку. Только как? А, вот так, да? Все правильно. Так, что у нас с чатом? Слетел что-то. Сейчас, секундочку. Восстановлю. Так, чат восстановился. Ага. Я, конечно, не против повторения локации, тем более я давно, типа, проходил. Но просто не могу сюжетно сообразить, как это, что это. Почему, типа. Теперь сзади открылось. Не, не открылось. Так, подожди. Контрольная точка. Чё-то я не понял. С двух сторон теперь открылось. То по одной, а теперь с двух. Туда можно просто спрыгнуть, типа того. Так нужно ли?
Так, взрывает, да, что-то там? Вот вниз можно спуститься, можно даже не спрыгивать, получается. Единственное, разобраться, откуда сначала мобы бегут. Раз они отсюда бегут, значит, тут что-то есть. Зарядка, блин. Вовремя вообще. Сорок, блин, с чем-то у него патронов было, капец. А, откуда они бегут, тут тупик. Да, получается так. А, не, не тупик, подождите. А, не тупик. В смысле? Тогда чё, чё? А где? Какого фига? И откуда они приперлись? Как всегда, телепортация. Я раз отсюда бегут, значит, тут что-то есть. Да. Так, оттуда, получается, я пришел, да? Значит, сюда. Так, тянуть, подожди. Перед тем, как тянуть, надо все смотреть. Это на что вообще? Спасибо. Не знаю, один патрон. Это на что? У меня еще нету такого, что ли, оружия или что это? Капитан Очевидность. Вот и мне интересно, где вторая цепь. Кстати. Ну не знаю, видишь, она не выиграла. Не знаю. Цепь надо найти. Ну, получается, я не смотрел сколько, но вроде попкорн говорил, что выиграла. Значит, следующий Элден, а потом посмотрим. Опять что-нибудь поставлю на голосование. Может, что-то еще подскажете. Какую-нибудь. Вы же сами предлагаете, сами голосуете. Так что все зависит от вас. Что мы будем играть? Главное, чтобы вам было интересно, а там... Чтоб я в тишине не сидел, чтобы было с кем общаться. Тем более, кстати, можем общаться не только по игре, а на любую тему. Так, ну ничего такого. Нету. И где же эта цепь тогда? С отсюда снять, да? Не тянуть.
Я ко второй цепи. Ого, так это ж за фиг знает куда надо. Дойдет она, не дойдет? Я бы, кстати, глянул, сколько там Элден набрал. Red Redemption вроде тоже неплохая. А вот и монстры какие-то, да? Сможет она дернуть? Вроде дернула. Но я слышу рычание, значит, там что-то происходит. Жарит. Откуда ты взялся? Там же тупик вроде как. Ничего интересного, откуда они берутся. Ну, хоть напарница уже здесь. И очень плохо переключается оружие. Не тролль напарницу. Шустрая она. Не стоит, не тупит. Окей, откуда они берутся? Ну типа, блин. Что меня поджарило? А жизни нигде нету. Получается так. О, подлечило. Так, а что такое? Все патроны мы профуфуфукали. Быстро очень даже, при том что. Винтовка, да? Не, ну чё, ну дробаш же есть. Да чё, дробаш не это. Не того. Как быстро патроны заканчиваются. Так. Элден популярна, аудитория будет. Надеюсь на это. Ну, насколько я посмотрел Red 2 Redemption, вот это, там тоже вроде как сейчас люди есть. Так что, тем более мне тоже её в голосование просили поставить. Не смогу смотреть, так как сам... Хотел, я понял. Вот я же говорю, печаль, конечно. В самом начале. Ну, знай, как я играю, ты меня еще успеешь перегнать. Так что можешь как попкорн обогнать меня и все. И не будет никаких спойлеров. Так. Так. Вопрос теперь куда только? Сюда, по... Вверх, не вверх. Вверх, не вверх, запутали меня. Не, ну тут я уже был. Чи не вверх надо было. Наверное, не вверх. Посмотрим еще, что там, кто проголосовал. Там вроде в Red Dead Redemption это сейчас тоже типа наш как бы новая, вроде и люди есть онлайн. А будет ли кто-то заходить смотреть, если она, конечно, вообще выиграет? Там, ну, в видео вроде один голос был. Более попкорн по 2-3 раза голосует за одну и ту же игру.
А пока Redemption играл бы, там, гляди, и ты прошел бы Elden Ring. Вроде как Redemption на... Ну сколько там говорили часов? На 200, по-моему, если не ошибаюсь. Не, 180 где-то, по-моему, так. Грубо говоря, Dark Souls был на 90. Ну, если опять же в Википедии верить. О, опять она. Летучая недомышь. В смысле, она зажала? Не надо ее мочить или просто убежать? Знать бы куда бы. По ощущениям, наверное, мочить ее не надо. Да, вот катсценка какая-то идет. Точняк. Не успел, что ли? В смысле, блин? Опять 25. Я ж нажимал, опять на правую руку перейти. В смысле? Чё за нафиг? Опять 25. Я теперь должен опять искать куда? А, не надо искать куда. Ну хоть недалеко оно. А бегает, конечно, аж вообще почти идет. Да что за нафиг, я не понимаю. Я же вроде быстро нажимаю. Чё за прикол, блин? Уже подключил другую руку. Странные дела. Единственное только, что клавиатура, да. Может, реально настолько медленная клавиатура, что она вообще не успевает среагировать. Сейчас буду максимально быстро нажимать. Заранее даже начну. Вот, заранее еще в катсцене начал тыкать. Я вот это так мочил, а ее просто бревнами забило. Ну, блин, статуйками. И все, он типа помер, или он еще живой будет. Короче, очень странная вещь. И реально, может, блин, опаздывает. Клавиатура, что даже не успевает, блин, среагировать. Подготовка почти завершена. А потом можно уходить. Хорошо. Знаешь, меня удивляет успех Лас Плагас. Поначалу у меня были сомнения. А теперь Ураборос завершен. И ты оказалась наверху Трисл. О, у меня куда более обширные планы. Тебе понадобится партнер, не так ли? Кто-то, способный встать рядом с тобой в новом мире. Мне кажется, я доказала, что достойна. Все может быть. ООНовцы здесь.
Похоже, твой дружок Крис Редфилд решил нас навестить. Я чую волнение. План на финальной стадии, и отсрочек я не потерплю. Новая раса сверхлюдей, порожденная вирусом предок. Ты, я должен был стать богом. Теперь это право мое. Ну что ж, благодарю тебя, Спенсер. Так, времечко у нас сколько? Это ж новая глава начинается. Может, на сегодня все, тем более. Хотя, наверное, рановато. Еще кусочку пройти. Сколько я сейчас отстримил? Давайте глянем. Два с половиной часа. Не, наверное, хватит. Чуть раньше закончим, наверное. Всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Вам не сложно, мне приятно. Чем вас больше, тем интереснее, веселее и так далее и тому подобное. Завтра в то же время. В принципе, глава закончилась, так что... Завтра с новой главы. Всем спокойной ночи, увидимся, услышимся.